Верующие сегодня отмечают большой праздник Преображения Господня. В этот день Иисус предстал перед своими учениками во всей божественной славе. В народе 19 августа еще называют яблочным спасом. По традиции, с самого утра на службу в храмы прихожане несут плоды урожая. На Руси к середине августа обычно поспевали яблоки. Их и приносили для чина освящения. Отсюда и родилось народное название праздника. Однако служители церкви рекомендуют в первую очередь уделить внимание плодам не материальным, а духовным. Господь пришел, чтобы осветить нашу жизнь. Не яблоки, не какие-то другие предметы, а прежде всего самого человека. И Господь ищет каждого из нас. Но мы часто увлечены чем-то вещественным, да, вкусом яблок, вкусом винограда. Вот сегодня уже видишь, все это красивое такое, и хочется вот к этому прикоснуться. А Господу хочется, чтобы каждый уголок нашей души был освящен Его присутствием. Празднование Преображения Господня начинается с утренней церковной службы. Во время богослужения крест выносят в центр храма. В первую очередь совершается обряд поклонения, а затем крестный ход и чин освящения плодов. После 19 августа можно не только есть яблоки, но и начинать их заготавливать. Но самый главный обычай этого спаса – освященным урожаем нужно обязательно поделиться с теми, кто голоден или нуждается в помощи.